Пока что он не облажался, но это пока. Нужно помнить, что этот убийца такой же человек, как и все мы. Должны стоять друг за друга. Нужно верить в полицию. Но это не самое странное из того, что я сегодня видел. О пропавших жильцах. Я и сам очень хотел бы это знать. Нет. Пока никаких подозреваемых. Лейтенант, все это из-за плохого руководства. Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку, вина лежит на вас. Сегодня мы потеряли одного из наших. А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте. Он был в перчатках и, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего! Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем, то ошибаетесь! Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. Или улику, которая приведет нас прямо к нему. Это приказ. Да, вас понял. Thank you.
Я выяснил тут все, что можно. Надо проведать Джой. Может, она уже вычитала что-то. Копы должны стоять друг за друга. Робинсон обрабатывает девчонку. Она что-нибудь знает? Посмотрим. Робинсон на вид джентльмен, но допросы вести умеет. Да, ловкий малый. Ставлю на него. Смотришь в рот своей ясновидящей? Ты прекрасно знаешь, что я не верю во все это дерьмо. Но оно другое дело. Результаты налицо. Когда найдешь источник надежнее, дай мне знать. Ничего не могу сказать. Я из другого отдела. Я тут всего полгода проработал. Но... Так копов убивают? Часто? Нет. Я бы не сказал, что часто. Я прослужил почти 20 лет. И пока что жив. Это, конечно, выбивает из колеи. Как раз потому, что такое нечасто бывает. Ну и слава богу, что нечасто. Я, конечно, тоже хочу ловить бандитов. Просто денек выдался тяжелый. Слушай, сынок, у нас у всех бывают тяжелые дни. Но знаешь, как-то справляемся.
Прав, даже когда был прав. Она выздоровела. Ты избавил ее от болезни, разрушающей сознание. Что ж, думаю, теперь вы вместе.
Раз он убивает новым способом. Преступления кажутся случайными, не имеющими отношения друг к другу. Полиция и не видит никакой связи, кроме Бакстера. Я не совсем ему доверяю, но он мой единственный шанс. Ты здесь за что? Слишком долго объяснять. Скажем так, я не хотел, чтобы какой-то судья распоряжался моей жизнью.
Это мне решать, и я решил. Хотя теперь это уже не важно, да? Важно, раз ты все еще здесь. Я могу помочь? Не, у тебя, как мне кажется, своих проблем выше крыши. Сам разберусь, как всегда. Спасибо. Выпустите меня. Тут призрак, вон в той камере. Вы можете перевести меня в другое место? Не хватало мне еще тут твои бредни выслушивать. Что? И ты мне не веришь? Тут еще один. Ну неужели ты не видишь? Вот же он! Слушайте, этому типу пора в дурку. Призрак, он же вон там. Неужели они этого не видят? Если бы я тогда только мог знать, кем стало потом. Почему только мне достался этот псих? Не та камера. В твоей должны быть стены, обитые войлоком. Ведь татуировка с пауком – обычный символ отсидки в тюрьме. Почему тут в паутине два паука? Он ошибся с тату. Это просто татуировка. Вот и все, что я знаю. Занимайся своей работой. А этот ворон, он вроде как прикован к тюремной решетке. Тебе платят не за анализ татуировок. Да, сэр. О! Вся рука похожа на признание, во многих вещах. Сынок, мы уважаем покойников. Не забывай это. По этим тату можно кое-что выяснить. Почему старик такой злой? Никто меня не уважает. В мединституте учат далеко не всему. Скажи, что с тобой случилось? А сам как думаешь? Умерла. Да, я это вижу. Но как ты умерла?
Вскрытие не должны проводить, если причина очевидна. Я не знаю. Таблетки. Вроде снотворное. Я хотела уйти мирно. Я не знала, что очнусь. Что мне теперь делать? Если бы я знал. Как выясню, сразу сообщу. Это просто дурной сон. Я не верю. Каждый такой ключ – это статья. Каждый ключ. Понимаешь? Нет? Ладно, что ж. Сиди тут, тихо. Ты здесь надолго. Черт. Так, слушай. Слушай, я могу тебе помочь. Досье на звонаря, оно где-то здесь? Да. И оно поможет найти мою маму. Но я ведь говорила, ты мертв. Как ты мне поможешь? Эй, я это место лучше знаю. С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю. Она называла его бастард. Бакстер. Ясно. Его кабинет на втором этаже. Я тебя проведу. Идем. Куда идем? Они смотрят. Отвернуться. Я помню свой первый день на службе в полиции. В то время департамент полиции Салема располагался в крошечном здании на краю города. Это был старый дом, набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе. Охранять город становилось все сложнее. И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал в нашу новую штаб-квартиру. Когда мы переехали, я сильно удивился, каким большим и современным казалось одно из самых древних зданий Салема, которое, однако, весьма неплохо сохранилось. Кроме того, оно подходило нам по духу. Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира, а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль. Уже в наше время. Первая неделя после переезда выдалась довольно суматошной. Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика. Он 20 минут его искал и в конце концов нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов. Кроме того, ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона. Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе, автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента снова и снова, до тех пор, пока телефон не отключали. Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках или неисправной телефонной линии. Однажды вечером
По коридору пробежала плачущая врач-патологоанатом. Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты. Она пошла к шкафчику за запасными, однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале. У одного из трупов стоял призрак. Солдат в форме эпохи гражданской войны. Когда она обернулась, он уже исчез. Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле. Конечно, парни в участке ей не поверили. Черт побери, да и я тоже. Пока не увидел все своими глазами. Как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе. Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками. Он смотрел прямо на меня. Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок. На стекле появилась паутинка трещин, и я бросился бежать. Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования. Но мне было плевать, считают меня психом или нет. Я знал, что я это видел. Иногда меня спрашивают, гуляет ли еще призрак по коридорам. Всем и всегда я отвечаю одно и то же. Я не в курсе. Я тогда перевелся в Бостон. Иди за мной. Я помогу тебе пройти мимо копов к двери. Легкотня. Один раз ты уже попалась, детка. Теперь давай-ка не высовывайся. Давай, только тихо. Что вперед, происходит? Подруга. Вот твой шанс.
Ну вот, молодчина. Почти пришли. Молчал бы лучше. Разве не я нас сюда привел? Тебя убили, мистер Решету. Слушай. Ненавижу. Я не могу перебраться. Помоги мне. А нельзя, типа, перелететь и все такое? Я призрак, а не Боинг, понятно? А тебе без меня кабинет в жизни не найти. Не вздумай читать мои мысли или про всякие гадости думать. После этого мы квиты. Так, все, выходи. Сейчас. Какого? За хрень. Да, пошли. Пронесло. А где все? Обычно детективы днем работают. Так, а где кабинет Бакстера? В том коридоре, справа. Ладно. Хочешь, чтоб тебя застукали? Прошлась тут как торнадо. Тут до меня все так уже и было. Да, понятно. Где можно спрятать досье в такой комнатенке? Да хрен знает. Твое настоящее досье. Вот доказательство. Надо же, он так и не дал ход компромату на меня. Ага, не торопись. Нормуль, досье само найдется. Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем. Его же не будут хранить у всех на виду. Надо просто поискать. Сообщение.
Эй, проверь голосовую почту. Ладно. Бакстер, я тебя снял с этого дела. Чтобы все документы и это ее досье лежали у меня на столе. Если Рекс запрашивал это досье, оно может быть еще здесь. Да. Надо найти досье. С той стороны должна быть щеколда. Ага. Надо ей сказать. Вроде нашел. Покажи. На стеллаже сбоку кнопка. Да, это оно. Надеюсь, ты понимаешь, что здесь написано. Ведь правда? Да, но не все. Последняя запись, он про меня знает. Боже, он за ней охотился. Еще ничего не ясно. Ладно, пора идти. А, о чем?
Черт! Стоп, что это? Музей? Очень странно. Откуда это в досье? Не знаю. Ты возьми с собой, и там разберемся. Она здесь. Надо проверить. По всем кабинетам. Так, валим. Не высовываться. Давай, давай!